Я целиком и полностью поддерживаю политику нашего президента и нашей Государственной Думы. И очень хочу внести свой маленький, может быть, вклад в поддержание, в поднятие России с колен. Я никогда в жизни не ел хамона, и я прогуглил, я узнал, что это делается из свинины. Я вот зашел в наш магазин «Каспий» здесь, у них хамона не было, сказать, что есть свинина. Вот я решил пока, хотя бы так вот. Если нас смотрят американцы, чтобы они видели, вот, это я написал, чтобы было понятно по-английски, потому что я не знаю, что это такое английский. Вот. Моцареллы тоже в Каспии не было. Вот, нашел вот сыр, оказывается, он сделан во Франции. Как он сюда попал, я не знаю. Вкусный, он там есть. Вы не смотрите, что он скрытый, там есть, немножко осталось. Просто в процессе, пока готовились к съемкам, съели половину. Вкусный. Я его больше есть не буду. И вот это я тоже больше есть не буду. Давай, показывай. Вот. И, значит, сейчас мы это все сожжем. Конечно, мне очень жалко, что вот у нас в городе пока в Нижневартовске нету передвижных крематориев, или как они, сжигателей. Конечно, тогда было бы лучше. Надеюсь, скоро появится, и мы сможем не так вот кустарно, как вот я сейчас пытаюсь это сделать, а массово сжигать продукты. Сейчас разгорится. Вот так вам, получайте. Вот так вам. Вот, не нравится ему. Смотрите, как горит. А был бы такой вот переносной сжигатель продуктов, как было бы здорово. У меня вообще очень мало денег. Конечно, я бы вот это сам бы съел, но я выделил и вот как бы из своих денег вот это купил, чтобы это сжечь. Потому что я поддерживаю. И мы поднимем Россию когда-нибудь с колен. Давай, гори, французская гадость. Надеюсь, этот ролик увидят в обамовско-фашистском Пиндостане. Гори, получай. Гори, сволочь. Возрождайся, Россия!